В школе номер 8 прошел турнир по шашкам. В нем приняли участие все желающие химкинские школьники. Лучшего выявили по олимпийской системе. Такие соревнования проходят уже не впервые. И каждый раз на клетчатых полях разворачиваются напряженные баталии. Исключением не стал и этот турнир. Это лучшие школьники каждой школы персонально. То есть проходят сначала школьные турниры, а потом на основании вот этих результатов проводятся вот такие общие. Городской турнир. Желающих принять участие в финальном этапе было очень много, но отборочный раунд турнира выявил самых способных. Поэтому, несмотря на то, что шашечные сражения прошли в кабинете физики, места хватило всем. Игра более быстрая, чем шахматы, и там нужно именно логику развивать. В принципе, внимательность и логика – все, что нужно в шашках. Всего в турнире приняли участие воспитанники 20 химкинских школ. Самых сильных шашистов выставили хозяева турнира – 8-я школа, а также 7-я и 22-я гимназии.